сегодня товары отменного качества. Рад тебя видеть.
Ничто не укроется от космоса. Тут солдаты. Одни пираты. Похоже, они правят островом. Прошу пощады! Так, значит, пощады? На тех, кто смеет торговать здесь невольниками, мы ставим метки рабов.
Отправляем в Атику и самих продаем в рабство. Увести его отсюда. Я думала, вы работорговцы. А ты кто? Меня зовут Кассандра. Ну, Кассандра, нас также считают убийцами. Есть у меня причины не прикончить тебя на месте. Я надеялась встретить великого пирата, Ксению. Это ты, не так ли? Льстишь ты умело. Но зачем я тебе понадобилась? Хочу заключить сделку. Почему я должна доверять тому, кто пробрался сюда тайком? Я искала встречи лицом к лицу. Твои пираты вряд ли позволили бы мне это сделать. Говори. Я ищу женщину. Она когда-то покинула Спарту. Этого мало, Кассандра. У нее на руке родинки в форме созвездия Орла. Вот это уже интереснее. И кто же эта женщина? Она моя мать. Я не видела ее с малых лет. Значит, ты хочешь найти свою семью? Можно и так сказать. Тебе предстоит нелегкий путь. Аспасия направила меня к тебе. Аспасия? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но за достойную плату. Сколько попросишь? Ты явно не обеднеешь. Почему цена столь высока? Под моей защитой город и его жители. Я не хочу воевать и сделаю все, чтобы война не настигла нас. Вот, это тебе. Ничто так не услаждает слух, как звон монет. Теперь говори. Когда будут сведения? Я уже все узнала. Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс. Она была в моей команде, но потом наши пути разошлись. Пора отплывать. Кеос, твой дом. У меня есть свой замысел, своя цель. Вдруг ты никогда не найдешь то, что ищешь? Я не устану искать. Ты умелый пират. А ты замечательный друг. Помни меня. Ты знаешь, где она? Собрала команду и уплыла на юго-восток. Она была пиратом? Недолго. Почему ушла? Видимо, слишком увлеклась политикой, а жаль. Она знала толк в пиратском деле. С тех пор я о ней ничего не слышала. Кеос далеко от Спарты. Как вы встретились? В море, давно. Она дала мне надежду. Я ей свободу. Вместе мы были непобедимы. Как же она стала пиратом? Она из тех, кто всегда доводит задуманное до конца. Спасибо. Я... Запомни, важно не место, а люди. Если ничего не найдешь, всегда можешь вернуться к нам. Удачи в поисках!
амнестия. И пираты, а ты пират. Я не дам тебе уйти. Мои планы сорваны. Как я его найду без таблички? О, двуличный Малака. Что-то беспокоит? Я хотела отыскать сокровище для Ксении, но у меня похитили табличку с ориентирами. Полагаю, ты хотела бы вернуть ее. Дело в том, что ее украл правитель Каресии, изгнанный Ксенией из города. У них перемирие, пиратам нельзя его нарушать. Тебе повезло, что я не пират. То есть ты поможешь мне? Тебе тоже кое-что перепадет. Думаю, я смогу достать табличку. Наконец-то Посейдон послал мне удачу! Куда мне нужно? На ту сторону острова. Табличка в доме правителя. Отнеси ее моему другу в деревню Паеса, что находится неподалеку. Дом правителя рядом с Паесой? Да. К югу от деревни. Где Паэса? На восточном берегу острова Кеос. Я найду твою табличку. Ксения будет рада. Возвращайся скорее. Похоже, карта здесь. Это так скучно.
Что ты здесь делаешь? Кто? Я? Просто была неподалеку. А что с твоим другом? Он не смог прийти. Срочные дела. Поэтому я тут вместо него. Вот как. Табличка у тебя? Значит, меня ждет щедрая награда? Безусловно. Мне по душе девушки вроде тебя. Спасибо. Вот табличка. Превосходно. Теперь мы можем приступить к делу. Что у нас здесь? Очень интересно. Сокровище спрятано в минойских развалинах. Под водой. Не умеешь плавать? Я пират. Умею. И неплохо. Но вот... акул не люблю. Значит, тебе мешает трусость? Зачем мочить ноги, когда для этого есть отважная наемница? Я не отказалась бы от приключения. Обещаю, это приключение ты запомнишь надолго. Пронзи меня, Посейдон, своим трезубцем, если я вру. Хорошо. Я помогу тебе достать сокровище. Знала, ты не сможешь устоять. Наконец-то Посейдон послал мне удачу. Так куда мне идти? Возьми этот ключ и ступай в южную часть Кеоса. Там ты и найдешь руины. Он липкий. Это что, кровь? О, нет. Наверное, гранатовым соком запачкала. Поспеши, времени ждет. Что это за сокровище? Поскольку речь идет о древних руинах Кунастроса, должно быть, это редкий артефакт из далекого прошлого. Что ждет меня на дне? Стая акул, охраняющих сундук с сокровищем. Он находится в самом сердце острова. Ну, будь это легким делом, ты бы справилась сама. Как я пойму, что оказалась в нужном месте? Найди забытый сад Вакхелида, руины южнее. Хоть они и под водой, их видно с берега. Я достану сокровища.
Друг мой, ты для нас словно дар Посейдона. Стараюсь. А теперь отдай мне артефакт. Драхмы, вперед. Не думаю. Очень смешно. Давай деньги. И вправду смешно. Это мое ремесло — обманывать наемников. Зря я ныряла к акулам. Это твой просчет, не мой. Сделки не будет, а за обман тебя ждет смерть. Ничего не выйдет. Убить ее! Мы порвем тебя на куски! Я прибью тебя как муху! Что надо? Я не вовремя? Все не вовремя. Работы слишком много, людей слишком мало. А я здесь единственный, кого это заботит. Стой! Тебя послала Ксения? Сказала, тебе нужно помочь. Слава Посейдону! Наконец, человек, способный помочь! Корабли вторгаются в наши воды, проверяют нас. Ксения хочет, чтобы все поняли, кому принадлежит эта часть Эгейского моря. И как сделать, чтобы все поняли? Поднять наш флаг и затопить их корабли, например. Тогда все точно поймут? Мы же пираты. Нам нужно заботиться о своем имени. А чем, кроме кровопролития, заставить себя уважать? Вы пытаетесь разделаться с соперниками. Что, Кеос слишком мал для всех вас? Если бы мы хотели расширить владения, тебя бы не нанимали. Сами бы справились. Но лучшая защита — это нападение. С этим не поспоришь. Я согласна. Какие корабли топить? Несколько спартанских, несколько афинских и еще парочку пиратских. Как много кораблей. Не забывай, топить их нужно под флагом Ксении. Я щедро заплачу, когда все поймут, чьи это владения. Дыры в парусах, три сломанных весла, еще два во втором ряду. Мачта треснула. Ах, не дня отдыха, клянусь Зевсом. Thank you.
зачем столько мучений?
скорость! Будут таранить! Да. И как сделать, чтобы все поняли? Поднять наш флаг и затопить их корабли, например. Тогда все... Мы же пират... Вы пота... Если бы мы... С этим не пос... Я их потопила. Я в тебе не ошибся. Ксения будет счастлива узнать, что эти воды снова наши. Лесть — это мило, но я здесь за наградой. Конечно.
Взгляни на них! Две стороны одной медали! Священный Делос, где рождены Артемида и Аполлон, и Миконос, где делают все, что запрещено на Делосе! Прочти мне записку. Хозяйка Орла! Это ты! Подарок! Жестокий глава Делоса! Отбирает у нас деньги и продовольствие, чтобы питать свою неутолимую? Да! Неутолимую жажду власти! Подарок один из них, Варнава. Из тех, кто преследует мою семью. Дальше. Мы скромные, но свирепые повстанцы и щедро заплатим за помощь в свержении тирана. Я молюсь, чтобы ветра привели тебя к нашим берегам. Наши люди гибнут. Подпись Кира. Мы прибыли как раз вовремя. Видишь? Посейдон не пытался тебя потопить. Он хотел помочь добраться. Но перестарался. В записке сказано, где Кира? Ей говорится о двух местах. О лагере на северо-западном берегу и убежище, скрытом под городом. Похоже, подарок жесток. Еще хуже. Одна семья припозднилась с подношениями богам. Люди подарка вытащили детей прямо из постелей. Когда родители проснулись, чтобы покормить животных, они увидели, что животные уже ели тела их сыновей. Нужно отправить его к Аиду и поскорее. Даже Аид вздрогнет, встретившись с ним. А здесь мило. Ха! Поверь, у этого острова гигантская история. У нас нет времени, Варнава. Я имею в виду, что в истории Миконоса замешаны гиганты. Некогда Аполлон был дружен с гиперборейцами Севера. Но однажды
Они отправили двух дев и пятерых мужей с дарами сыну Зевса в Делос. Больше их не видели. А Миконос? Остров был создан из тел гигантов, убитых когда-то легендарным Гераклом. Я задумалась. Так что было в записке? Мистия, хозяйка орла. А покороче. Подарок, жестокий лидер, жажда власти, щедро заплатит, восстание, люди гибнут. Пора встретиться с Кирой. Если что, корабль будет готов на случай внезапного отплытия. Мы не на Кефалинии, и виноват был ты. Ха-ха! Хайре, Кассандра! Хайре, Варнава. Убежище мятежников. Хорошее место, чтобы укрыться. Я ищу женщину по имени Кира. Вы звали на помощь, и я пришла. Мимо. Лазучица? Афиненка. Или, может, ты сама Афина, выбравшая странный наряд? Я что, похожа на лазучицу? Подарок и его люди безжалостно нас преследовали. Его лазутчики везде. Он не оставит в живых никого из нас. Из всех мятежников остались лишь мы. Это первая ночь, когда мы не боремся за жизнь. И она может стать последней. Но вдруг появляешься ты. Потому я здесь. Это твой знак, да? Ты, Мистия, хозяйка орла Зевса. Прошу прощения, сейчас опасные времена для тех, кто ведет войну против Афин и Делосского союза. Я Кира. Ты писала о подарке. Я его разыщу. Его дом на побережье, к северу от Миконоса. Но его охраняют. Мы так и не смогли подобраться ближе, не потеряв своих бойцов. И я послала за тобой. Я думала, Делос — сердце Делосского союза. Гордость Афин. Был им, но Афины забрали казну союза с Делоса.
Почему? Чтобы построить статую Афины, дразнящей Аполлона. Люди просили подарка, чтобы тот не доверял Афинам. Но жажда власти сделала его глухим к мольбам. Если все так плохо, почему Делос не выйдет из Союза? Подарок отправляет к нам за деньгами афинских солдат. Откажемся платить, афинские корабли сожгут наши острова. Я могу одолеть одного человека, а не выиграть войну. Потому я и попросила о помощи не только могучую Кассандру, но и Спарту. Подарок узнал о втором лагере и отправил туда афинских солдат. Малака! Твои мятежники слишком пьяны. Я займусь солдатами. Даже не думай, что я упущу шанс убить пару-тройку афинян. Спарта ответила на твой призыв? Полимарх, Фалет и отряд спартанских воинов приплыли на Миконос незадолго до тебя. Это в их лагерь мы идем, да? Фалету нужна помощь, хоть он и не готов это признать. Он же спартанец! Ты отважно дралась. Да и ты? Спартанка? Я была спартанкой, но очень давно. Спартанец всегда спартанец. Как тебя зовут? Это Кассандра. О ней я говорила. А я Фалет. Был полимархом спартанских войск. Был? Наш корабль затонул. Полководцы мертвы. В живых остались немногие.
Мы все теряем друзей. Но скорбеть будем потом. Она права. Не стоит оставаться здесь, по колено в афинской крови. В убежище безопасно. Поговорим там. Пойдешь к убежищу сейчас или встретимся позже? Не будем терять время. Отправимся в убежище. Рано или поздно подарок найдет нас. Мы у него под носом. Он так задирает нос, что не заметил бы статую Артемиды Агротеры, даже стоя у нее на голове. Мы знаем, где он живет. Выбьем дверь и проткнем копьем его рожу. Это ужасный план. В сражении на суше спартанская фаланга непобедима. Но никогда вас 12. Ты решаешь сердцем, мне это нравится. Но эти люди теперь под твоим началом. Нужно решать головой. А ты только и умеешь, что прятаться в пещерах. Мы здесь не ради этого. Мы солдаты. Конечно. Но сейчас нас слишком мало. Нужно все обдумать. Кассандра, как думаешь, что нам делать? Кира права. Напав сейчас, мы все погибнем. Глупо было плыть сюда. Сейчас мои люди на берегу. Я буду с ними! Палет, не надо! Если и вправду решишь победить, найдешь меня там. О, спартанцы. Ничего, подерется и успокоится. Но я рада, что ты на моей стороне. Приходи ко мне в храм Артемиды. Обсудим, как нам одолеть подарка. Это восстание будет долгим. Мятежник обокрал светиль. Сократ! Заводишь друзей повсюду, не так ли?
Кассандра, какой приятный сюрприз. Что привело тебя на Делос? Я помогаю местным мятежникам. Но нужна ли им помощь? Разве решение восстать не освободило их от угнетения? О, ну уж нет. Ты не втянешь меня в очередную дискуссию. Но мне хотелось бы узнать твое мнение об одной ситуации. Ну? Солдаты схватили мятежника. Он украл деньги из святилища, чтобы помочь восстанию. Когда стражники попытались схватить его, он убил одного из них. Убийство здесь. Скорее всего, его казнят. Именно. Но тут нельзя отнимать жизнь, потому он ждет, когда его отправят на Миконос, чтобы казнить там. И при чем тут я? Как думаешь, он заслужил смерти? Свершится ли правосудие? Мятежник боролся за свободу своего народа. Это благо. Скажи, если кража у богов, нарушение закона и убийство человека не повод для смертной казни, что тогда? Я крала, убивала и нарушала закон с тех пор, как себя помню. А, так ты увидела в нем себя? Ха, ты знаешь мое мнение. Я могу идти? Конечно, конечно. И еще кое-что. Разумеется. Мятежника держат в крепости на севере в Гестиатарионе. Завтра его отправят на Миконос. Стой. Ты хочешь убедить меня спасти его? Убедить? Что ты? Хотя мне любопытно. Теперь, зная, где он и почему, спасла бы ты его. Мне стоит навестить мятежника. Кажется, у нас много общего. Я так и думал. Впрочем, денег у меня нет. Лишь знания. Но они лучше денег, ведь они всегда останутся с тобой. Уже кое-что, наверное. Мятежник там. Спасибо, Мести. Меня хотели казнить, но ты успела раньше. Их будет больше. С
Скорее, за мной. Я наблюдал. Я тоже рад окропить священную землю кровью. Мы не похожи. А теперь иди за мной, пока нас не убили. Смерть угнетателям! Смерть тем, кто хочет отобрать у нас Делос! Жизнь за свободу! Если не замолчишь, так и случится. Молчание подвело нас. Я буду кричать до кровавого кашля. Не мешай мне. Малака! Чужестранец опять пролил кровь на священной земле. Да, пусть так. Но ошибки свидетельствуют о недостатках интеллекта, не характера. Но земли священны! Закон ясен! А, разве? Если чужестранец не знал, что правильно и что нет, выходит, он оступился по незнанию, не из злого умысла. Нам что, каждому страннику объяснять, какие у нас законы? Если закон и впрямь справедлив, разве не должны люди понимать его сами? А, Кассандра, увидев тебя на Делосе, я воспрял духом. Скажи мне, чем закончилась история с пленным мятежником? Ты не говорил, что он одержимый фанатик? А, но кому решать, кто из нас слишком безумен? В какой-то момент так можно сказать про каждого. Тебя с твоей философией он бы скинул в море. Раньше, быть может, тогда я был меньше обременен весом и философией. Так скажи мне, удалось ли тебе разрешить ситуацию мирно? При нем была стража. Теперь ее нет. Интересно. Ты решила, что жизнь вора и убийцы стоит больше, чем жизни солдат, выполняющих долг? Я о нем и не думала, честно говоря. А что с мятежником? Если ему дорога жизнь, он где-то на пути к Миконосу. Наше решение как зыбь на воде. Поначалу кажется, что ничего страшного не происходит, но со временем эта зыбь может превратиться в сокрушительные волны. Очень приятно, Сократ. Ты не перестаешь вызывать у меня головную боль. Всегда пожалуйста, Кассандра. Надеюсь вновь увидеть тебя на симпозии. Не надейся. Ты ранена. Серьезно? Хочешь выдать меня жрецам? Смотря в чем твоя вина. Тебе не говорили, что умирать на этом проклятом острове запрещено? Говорили. А вот тому зверю, что здесь бродит, нет. Я щедро заплачу за его смерть. Если заплатишь, я убью этого зверя. Ты не первая, кто согласился. Но деньги все еще при мне. У меня большой опыт. Какого зверя я ищу? Назвав его медведем, я бы солгала. Это ночной кошмар Артемиды. Где медведь сейчас? Я старалась уйти как можно дальше. Он на севере отсюда, у берега. Иди туда, где лежат трупы. Чем больше крови, тем он ближе. Ты не из этих мест, верно? Из Аркадии. Но родом я из Каринфии. Я найду и убью зверя. Надеюсь, ты не истечешь кровью?
Могучий зверь. Но тебе здесь не место. Мертвец. Кишки выпустили. Пиршество для птиц. Кровавый отпечаток. Свежий. Корабль. Вот как медведь попал на Делос. Написано, что зверь из Аркадии. А она контрабандист? Но зачем ей медведь? Здесь уже нечего искать. Пора возвращаться к женщине. Ты жива? А чудовище? Медведь мертв, и ты мне должна. Но сперва поговорим о тебе. Ты из Аркадии? Да. Медведи везли из Аркадии тайно. Я нашла записи и кровавые отпечатки твоих рук. Говори. Ладно, ладно. Мы везли медведя для некого Саргона. Но Посейдон показал свой нрав. Шторм выбросил нас на берег, и проклятый зверь вырвался. Перебил команду. Вот как они погибли. Они были мне семьей! Тебе и так досталось. Людям не обязательно знать, кто привез медведя. Милосердное мистие. Такая же редкость, как этот зверь. Держи, это твое. Кайре, и постарайся не попасться жителям острова.
Хозяйка Орла. Я иду за тобой, подарок. Чего ты там шепчешь? Шш, солдаты убьют меня, если услышат. Ты мистия, что помогает Кире и мятежникам. Да. Конечно. О твоих подвигах много говорят. Слухи ходят. И о девушке-мятежнице тоже. Если что-то знаешь, говори. Солдаты меня убьют. Видит Аполлон, уже пытались. Возле рынка есть дом, давно заколоченный. Проберись туда тихонько, там и поговорим. Странно. Нужно найти дом и выслушать попрошайку. Следы. Детские. Кто-то прятался в сундуке. Женщину убили и оставили непогребенной. В ребрах застрял наконечник афинского копья. Это послание. Предупреждение. Подарок платил ей за молчание. Насчет чего? Куклы. Мама и ребенок. На одной вырезана буква М, на другой К. Больше ничего нет. Нужно поговорить с той женщиной. И что нашла мистия? Тело. Женщина. Она убита афинским копьем. Это все? Записку от подарка. Он грозился убить обоих, если расскажет. Обоих? К чему убивать дитя? Разве что это его дитя? Тссс! Они могут услышать. А теперь скажи тихо, что еще ты нашла? Кукол. На них были буквы К и М. М — это мать. Ты спрашивала, кто меня нанял? Кукла с буквой К. Ребенок Кира. Да, да, а значит... О, боги! Подарок, отец Киры! Умно, Мести, очень умно. Нужно сказать Кире. Она не поверит, ни за что. Всю жизнь она ищет того, кто приказал афинским солдатам убить ее мать на ее глазах. Но боги сохранили Кире жизнь, она спаслась. Откуда ты все знаешь? Я там была, Мести. Защитила малышку. Пока солдаты пытались убить меня, Кира ускользнула от их мечей. Так ты тоже была там? Меня зовут Атония. Я была служанкой подарка. Что? Каждую ночь мать Кира приходила к дому. Дочь хотела увидеть отца. Подарк не велел ее пускать, но она приходила. И подарок послал меня к ней домой с письмом. С угрозами. Но напрасно. Подарок снова послал меня к ней вместе с афинскими солдатами. Кира должна узнать, что подарок ее отец. Но прежде я должна найти доказательства. Как-то в дом подарка пришла женщина. Умоляла передать ему куклу, что сделала Кира. Возможно, кукла где-то в доме подарка. Только боги знают. Я найду куклу. Мистия узнала правду. Мятежники тоже должны узнать. Если подарок спрятал куклу где-то в доме, я ее найду. Вот и кукла. Подходи.
До новых встреч. Здесь повсюду охрана. Нужно быть начеку. Подарок оставил себе куклу Киры. Она вырезала букву П. Папа. Мятежники должны узнать правду. Но для некоторых кровь много значит. Если все выяснится, Кира может потерять поддержку. Может, отойдете?
Где Кира? Она... Уже соскучилась, Мисте? Кира, мне нужно тебе кое-что сказать. Что с твоим лицом? Оно слишком серьезно. Сядь, выпей, расслабься. Я скажу тебе это наедине. Иди за мной. Вот мы и наедине. Что же ты хотела мне сказать? Не знаю, как сказать это. Подарок твой отец. Что это за шутки? Я не шучу. Я убью тебя на месте! Невозможно. Кира, мне жаль. Он отнял у меня все. Как ты узнала? Я нашла твой дом. Знаю о твоей матери. Слышу крик, как сейчас. Вижу вихрь из синих доспехов и алых клинков. Я убегала, подскальзываясь на крови матери. И никогда не возвращалась. Это правильно. Спасибо, что сказала лично. Никто не должен знать об этом. Но прошу, оставь меня. Мне нужно побыть одной. Братья! Афинские псы перебили многих солдат! Но мы еще здесь! 3 сотни воинов? Леониду повезло! Нас куда меньше! Сегодня мы почтим павших! Сегодня мы отправим врагов к Каиду! Кира будет сражаться насмерть! И мы вместе с ней! Эти острова будут нашими! Делос позвал! Спарта ответила! Не думал, что ты явишься сюда, назвав мой план самоубийством. Пропустить речь? Нет уж. Речи удел афинян. Мы отдаем приказы. Твои люди храбры, но им не справиться. Нам нужна подмога. Сюда им не добраться. В Афинском флоте слишком прочные корабли, а наш лежит на дне моря. Мой нет. Сразишься с ними в открытом море? Это храбрость или глупость? А Дрести встречались корабли куда мощнее, чем афинские лодочки. Ты храбра, как Ахилл, но даже ты не сможешь пустить ко дну все корабли. Потоплю несколько, и спартанцы смогут проплыть. И вот еще что.
На борту моего корабля был шлем. Принадлежал отцу. Ты говорил про этот шлем, не так ли? Нашелся. Не счесть, сколько раз он спасал меня. Ты здесь уже давно. Сколько кораблей возле Делоса? Все не потопить. Нужно только пробить их строй, чтобы вызвать неразбериху. Тебе очень дорог шлем твоего отца. О, да. Он достался ему от деда после битвы при Фермопилах. Море слишком большое. Где затонул твой корабль? У северного берега Миконоса. Мы выбрались на берег у крепости Мильтиад. У местных акул скоро будет пир. Отмене нам будет много!
бой! Я могу чем-то помочь? Я взялась убить предводителя. Но он нашел наемника, который будет охранять его. Тот еще мерзавец. Вряд ли я справлюсь с ними обоими. И я должна его прирезать? Именно так. Убей наемника. Можешь больше не волноваться. Я уже все уладила. Вот твоя награда. Спасибо тебе. Сойдет. Ты здесь. Я слышал, как рыбаки судачат об Адрастее, режущей морскую гладь. Корабли афинян потоплены. Ха! У акул сегодня будет пир. Афиняне будут мстить, поэтому нужно нанести удар первыми. План такой. Убить их командиров. Афиняне как овцы. Разбегаются без пастуха. Не дайте им обнаружить вас.
Я и сама справлюсь. Разберусь с командирами. Перережем глотки. Но оставь и мне афинской крови. Нужно найти командиров. Люди Киры уже нашли троих. Один у каменоломни, другой в лагере рядом. А третий? Мы не знаем. Назови их имена, Фалет. Тисандрос, командир элитной афинской стражи. Полимеон, стратег афинян. Последний, полководец по имени Неокл, пропал. Когда убьем командиров и сюда приплывут спартанцы, крови будет море. Хорониш ти тут оплін. Думал скрыться на Делосе. Попался трус. Командира есть страж, но она не спасет. Как же так? Хвала богам! Солдаты жаждут крови, чуть не убили. Твердят, что я дезертир. А по-моему, ты командир. Я не узнаю нашу армию.
Солдаты словно дикие звери. Мне поручили убить тебя. Этим я и займусь, Малака. Прошу, пусть боги простят тебя за это. Одним афинином меньше. Фалет, что вы делаете? Вас поубивают. Трусливые афиняне не решаются вступать в бой на священных землях. А мы их подначиваем. Спартанцы, все вы такие. Звучит как комплимент. Ты даже не спросил про командиров. Уже все знаю. Их войско разбито, солдаты разбежались. Спарта у тебя в долгу, как и я. Крепись, Фалет. Скоро все закончится, и мы захватим Делос. Когда будет время, приходи на берег, к востоку от руин Кинфоса. Хочу тебе кое-что показать. Иди на дым. Я приду.
Я уж начал сомневаться, что ты придешь. Сомневаешься в себе? Разве что в твоей зоркости. Зоркости? Видел моего орла. Он что, всегда следит за тобой? Могу отпустить, Икара, если вдруг ты стесняешься. С той встречи на берегу столько произошло. Тебя окружили афиняне. Ты был в крови. Мы сражались вместе. Я тоже люблю веселье. Впервые увидев Киру, я понял, что не хочу уплывать отсюда. А сейчас? Не знаю. Фалет, взгляни на меня. Я знаю, чего хочу. Не здесь. Идем. Куда ты меня ведешь? К одному из моих любимых мест на Делосе. А как же поле боя? Ведь ты спартанец. Пожалуй. А это второе любимое место. Я оказался тут, потеряв своих людей. На том корабле остались все, кто был мне дорог. И ты искал место, где можно забыться. Я понимаю. Знал, что ты поймешь. Поэтому мы идем туда. Там я могу не только отвлечься. Там... Что там? Там я как будто дома. Здесь я тренируюсь. Нашел это место почти сразу. Усталость освобождает разум. Это чудесное место, Фалет. Спасибо, что привел меня сюда. Что ж, я рад. Ведь именно тут ты покажешь, на что способна. О чем это ты? Сражайся. А? Ты утверждала, что ты спартанка. Дай посмотреть на тебя в бою. Ты все видел? Это были афиняне. И? Единственный способ узнать кого-то. Сразиться с ним один на один в рукопашную. Ладно. Жаль, будет уродовать это милое личико. Давай, Кассандра. Смелей! Ты бьешь, как ребенок. Дерись всерьез. Сомнений нет. Тебя учили в Спарте. Ты заплатишь. Ты бьешься не как спартанка, как богиня. Ты тоже весьма неплох. Так и будешь стоять? Или добьешь меня, наконец? Поверь, я хочу этого, Фалет. Ты храбрый воин и истинный спартанец. Но я вижу, как вы с Кирой смотрите друг на друга. Извини, ты чище меня. Не стоит. Вы с Кирой должны быть вместе. Это главное. Мистия! Спасибо.
Сандра, как я рада! Хорошо, что не встречаешь меня с ножом. Знаю, знаю. Я была к тебе слишком жестока. Ну, ты не первая и не последняя. На Делосе добрый народ. Все хотят мира, кроме него. Подарок. То есть твой отец? Меня растили охотники, солдаты и наемники. Они моя семья. Он для меня никто. Однажды в его черном сердце окажется по стреле за каждую разрушенную им семью. Значит, пора превратить хищника в добычу. Как нам пройти мимо стражей? Солдатам нужны две вещи. Меч в руке и еда в желудке. Без этого им не выстоять. Говорят, Подарок прячет запасы еды и оружия в руинах на острове Делос. Ха-ха! В руинах на Делосе? Никаких запасов там уже нет. Что? Как? Я там побывала. Прекрасно. Ну, ощутил ли Подарок наш удар? Солдатам Подарка придется биться кулаками и на голодный желудок. Прекрасно. Так чем ты займешься, когда мы расквитаемся с Подарком? По правде говоря, не знаю. Я сражалась всю жизнь, каждый день, сколько себя помню. Мысли о мщении поглотили меня. А чем займешься ты, когда все кончится? Нас многое роднит. Когда все закончится, мы могли бы найти тихое место. И что же именно нас роднит? Знаю, тебе выпала нелегкая доля. Ты сражалась за все, что сейчас имеешь. Я тоже это пережила. И ты тоже. Я рада, что боги свели нас с тобой, Кассандра. Оставайся со мной. Расскажешь о себе? Нужно готовиться. Узнав, что случилось на Делосе, Подарок захочет мести. И первыми пострадают жители острова. Хайре. Заплатят. Надеюсь, мне. Дело совернулись лазутчики. Твоя мистия любит огонь. Может, она — ответ на наши молитвы. Она смертная. Говорят, она — нечто большее. Афини не слабы. Ударим Подарка в уязвимое место. По почкам? Я рада быть с тобой. С тех пор, как ты здесь, я начала верить в успех нашей затеи. Так куда мы нанесем удар? Казна острова хранится где-то в одном месте. Захватим ее, лишим солдат еды, оружия и заработка, и Подарок станет абсолютно беспомощен. И тогда мы вспорим ему брюхо, скормим его печень собакам. Прежде чем начать кормить животных, попробуй узнать, где хранится казна.
Мне уже рассказали, что она в крепости Мильтиад. Велю Праксу созвать отряд. Лучше будем действовать вдвоем. Сможем проникнуть туда незаметно. Так не хочешь со мной расставаться, да? Что ж, вперед. Победа близка. Я чувствую. Не торопись. Боги еще могут отвернуться от нас. Запросто. Это ведь боги послали тебя ко мне. Они не позволят тебе погибнуть. Как тебе наши острова? Мне больше по душе Миконос. Делосцы не любят, когда проливаешь кровь. Боятся осквернить священные земли Аполлона, что отправляют всех женщин рожать на Миконос. А если они не успеют доплыть? Дети моря. А вот и казна. Бери, не хочу. Мы выбрали опасный путь. Дороги! Осторожнее. Я проверю, не идет ли подмога. Тут повсюду стражи. Нужно быть начеку. Я уже обчистила казну Делоса. Нужно рассказать Кире. Боги!
Кассандра, это ты. Что расскажешь? Хорошая новость. Этих денег уже нет. Я все забрала. И как только солдаты не разорвали подарка на куски. Ты ослабила хватку Афинин, отомстила подарку и помогла Спартанскому альянсу. Я готова тебя расцеловать. Я не вижу причин для отказа. Ты вдыхаешь в меня жизнь. Если бы ты только появилась тут раньше Фалета. Сейчас неспокойно. Не хочу встретить Аида, не отведав этих губ. Не ожидала от тебя такой поэтичности. Так мило. Интересно, узнала бы ты меня в царстве мертвых? Мы должны уходить. Нас будут искать. Я, кажется, не успела тебя поблагодарить. Ты дала нам надежду. Я вернусь в убежище. Но, надеюсь, скоро мы одолеем подарка. И я, наконец, обрету мир. Миссия, для тебя послание. Я ищу Киру. Ее нет, охотится. Жалела, что ты не с ней. Скажи, где она? Молит богов об удачной охоте. У алтаря Артемиды, к востоку отсюда, севернее таверны. Спасибо. Зоркая Артемида, направь мой лук. Молю тебя от всего сердца, пусть Кассандра не распугает мою добычу своими тяжелыми шагами. А я старалась не шуметь. Старайся лучше, а не то добычи нам с тобой не видать. Здесь красиво. Цветы напоминают мне о лучших днях. Но тебе стоит задуматься о том, хорошо ли ты владеешь луком. Зачем я здесь? Как могу помочь? О, спорю, любая добыча станет твоей, будь на то твоя воля. Что ж, посмотрим. Идем. Горные козлы не станут ждать, пока мы наговоримся. В детстве я охотилась на них чуть ниже по реке, чтобы не умереть с голоду. А, понимаю тебя. Но моей добычей были крысы. Из них неплохой суп. Но ты многого достигла. Так же, как и ты.
дайте проехать! Не задерживайся! Теперь покажи, как ты стреляешь. Отлично стреляешь. И не только. Артемида любит тебя. Скажи ей, что мне нравится кое-кто другой. Она будет ревновать. Моих людей ждет сытный ужин, а богов щедрое подношение. Спасибо. Ты славный охотник. Но зачем ты позвала с собой меня? Какая наивность. Между нами что-то есть, хоть я и не хочу поддаваться чувствам. Потому что любишь Фалета. Или мне так казалось, пока не появилась ты. Охота освободила мой разум, и я могу подумать над тем, что было сказано. Это хорошо? Ниже по реке есть место. Там тихо. Можно побыть наедине. Что скажешь? Я вся твоя. Люди Делоса долго страдали. Я счастлива впервые с тех пор, как началась война. Ты сможешь вернуть им мир. Люди его заслужили. И ты тоже. А ты, Кассандра, ты могла бы остаться с нами, когда все закончится. Когда-нибудь я уйду на покой, но не сейчас. Ты что-то путаешь вместе. На покой не может быть. Хочешь поспорить? Нет. Прихожу на берег, а там... Огромный медведь растерзал контрабандистов. Медведица? Каллиста. И что ты сделала? Ну, убила его. Что же еще? Он и меня хотел разорвать. От этого копья никому не уйти живым. А что та женщина? О, она жива. Может, уже на полпути в Лаконию. Почему мне с тобой так легко? В наших жизнях многое сложилось одинаково. Мы с тобой обе рано повзрослели. Я хочу тебя, Кассандра. Здесь, сейчас, под этими звездами. Я возжелала тебя, едва увидев. Больше других островов я люблю Миконос. А я тебя больше других наемников. Фалет не должен об этом узнать. Конечно. Потом мы расскажем. Пока же займемся восстанием. Ты права. Но прежде...